Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с гостями мероприятия. Дмитрий, расскажите про вашу компанию и цели присутствия компании сегодня здесь на форуме. Екатерина, ну, во-первых, хотел бы поздравить вашу компанию в первую очередь, потому что я понял, что у вас юбилей, 20 лет, вы на рынке, и большое вам спасибо за то, что вы делаете для отрасли, за ту информацию, за те события. Было сегодня на вашем мероприятии очень, очень продуктивно по собственному производству. Ну, с юбилеем вас. Торт не достался, но вы молодцы. Большое. Значит, ну, про нас мы участвуем... Участвуем как экспоненты на выставке с нашим решением динамичного ценообразования в рознице, смарт-прайсинг. Мы представили, поговорили с многими участниками рынка, с компаниями из России, с СНГ, показали решение, продемонстрировали. Ну, у нас уже хорошая практика, и мы сейчас, соответственно, ее развиваем еще дальше в регионы, показываем тот эффект, который компании могут получить с нами. Вот. А также несколько выступлений. Ну, очень продуктивно, хорошее мероприятие. Я считаю, что все хорошо поработали. И давайте двигать отрасль вперед. Расскажите про деловую программу. Понравился ли вам контент? Ну, деловая программа, на мой взгляд, она разноплановая. Эксперты имеют разный уровень абсолютно. Ну, и это нормально, потому что, ну, я как стратег-маркетолог вижу, что у всех своя целевая аудитория. И есть действительно там эксперты, и которые работают с каким-то начинающим бизнесом, либо совсем ну, низкого уровня. Но при этом здесь есть компании очень серьезные, ну, там, помимо там, X5 и Магнита, то есть, да, есть большой набор компаний и такого хорошего среднего уровня. Ну и в принципе компании, которые имеют лидеры в своих регионах, их не все знают, но они могут иметь серьезные обороты. Там, да, там под миллиард долларов в обороте могут иметь. И это такое даже для мира очень здорово. Вот, поэтому для них контент, мне кажется, ну, я слышу, что он был полезный, ну, то есть не весь, ну, как бы, то есть все очень, мне кажется, правильно, то есть если для малышей, есть для средняков, есть площадка для выступления крупных компаний, чтобы они показали, какие они молодцы, что у них получается, они лидеры, ну, это, в принципе, их роль. Потому что мы должны на них смотреть, потому что, безусловно, все новации в менеджменте, которые сейчас есть в отрасли, они в первую очередь внедряют, показывают всем остальным, как это двигаться. Ну и там роль нашей компании как раз также выискивать эти решения, которые есть там в мировой практике, в российской практике, апробированные нашими, в том числе уже действуют в федеральных компаниях, и мы тоже помогаем их внедрять региональным средним компаниям. Вот, поэтому, мне кажется, все очень сбалансировано. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами.